Вы лишь можете спросить у военкома, слушайте, он не обязан. Надо спросить у военкома, на основании чего. Может быть, действительно уклонист, может быть, там помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Да? Вот. Если речь идет об этом, это одно. Если речь идет о чем-то другом, это другое. Но здесь, опять же, нужно каждый конкретный случай проверять. И вы имеете все возможности задать эти вопросы. А администрация президента не хочет как-то проверить? Ну, как вообще президент сказал, что он даст поручение Совбезу проверить подготовку мобилизованных, военную. Да. Кроме того, вы можете и обязаны задать этот вопрос в Генпрокуратуру. Президент же поручил прокурору сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности. Вот первоисточник. Людям многие по Москве страшно ходить стало, серьезно говоря. Не надо бояться ходить по Москве. Надо спросить, задать вопрос в Генпрокуратуре. Можно прояснить президентского проекта?